Сегодня закончил я вот такой клатч на тему карточных игр. Тиснение выполнено вручную, окрашен также вручную кистью аэрографами. На обратной стороне у нас фишечки, итальянская фурнитура, молния, пуллер также из кожи, изготовлен вручную. Внутри у нас два больших отделения для купюр, 8 отделений для карт, отделение для мелочи и мелких вещей на замочке. Подбиток также с внутренней стороны кожаными вставками. Такая крутая штука. Ну и съемный кистевой ремешочек. Такая бомбическая штучка получилась. По-моему, очень достойно.